простого способа узнать, существует ли гамильтонов цикл или гамильтонов путь на достаточно сложном графе, на самом деле нет. То есть, по большому счету, нужно делать вот примерно такой же перебор, как я только что делал в случае графа Петерсона. Да? Я вот там порисовал картинки и понял, что нет гамильтонного цикла. А гамильтонов путь существовал. Вы понимаете, на самом деле, в чем здесь, что называется, подвох? В том, что если у вас есть большой граф, то точно так же может случиться, что у вас в этом графе, скажем, есть гамильтонов путь, но нет гамильтонного цикла. То есть локально все будет замечательно. Вы почти до самого конца дойдете. Вы знаете, например, как вот в шахматах. Представьте себе, что выяснится, что нужно считать там не до 20-го хода, как это сейчас компьютер умеет легко, а, не знаю, там, до самого последнего. И до самого последнего хода неизвестно, как партия кончится. Понимаете, да? В принципе, такое возможно. Так вот, в случае вот этих, именно такая ситуация, приходится заниматься перебором. Наоборот, когда будут эйлеровые пути, эйлеровые циклы, то там ситуация наоборот, там локально посмотрел, ну, может быть, слышали, там, четность, сколько адресов выходит, пишет, да. Вот. Но сейчас разговор все-таки о гамильтонах. Так вот, господа, есть несложная, но очень симпатично доказываемая теорема, достаточное условие существования гамильтонного цикла. Честно признаюсь, в детстве я ее мучительно долго понимал. То есть я просто помню, как я, может быть, мне слишком не повезло, может быть, не под настроение читал, но я помню, сколько я силы потратил, как не мог как доказательство понимать. Сейчас мне кажется, что это вообще очевидно. Ну, посмотрим, в общем, сейчас поймете, не поймете. Если сумма степеней любых двух несоседних, не смежных, то есть не соединенных ребром, не смежных вершин, не меньше числа вершин всего графа, то есть гамильтонов цикл. Она немножко мудрёно звучит. Сейчас пытаюсь объяснить. Да. А сколько было лет, когда вы не могли это понять? Довольно много. То есть я ее понять не мог долго. Это я точно помню. Ну так, более-менее всю школьную жизнь. Не то, чтобы я каждый день этим занимался, разумеется. Вот. Но я помню, как-то я с ней неудачно встречался. Так, неважно, ребят, мое детство, в конце концов, не самое главное. То есть, получается, если взять любые две не соседние вершины, которые не соединены ребром, и если посчитать... В сумме выходит количество ответов, да. Вот, чтобы количество в сумме было бы достаточно много. Больше, чем всего вершины. Больше или равно. То есть, их степени, если сложить... то они должны быть больше, чем всего? Больше или равно, чем количество вершин. Понятно. Ну, вот, например, пусть у вас в графе, скажем, 100 вершин. Да? Берете две вершины, пусть они не соединены ребром. Если вот из этой выходит, скажем, 64 штуки, то из этой должно выходить не меньше, чем 36. 36 или больше, да? Поняли идею? Иногда, чтобы не путаться с этим двух несмежных вершин и так далее, ту же самую теорему, да, формулируют короче. Это чуть более слабое утверждение, но зато его проще понять. И оно следует вот из этого. Значит, следствие. Если степени всех вершин не меньше, чем n пополам, то есть гамильтонов цикл. Давайте я объясню, почему из этой теоремы то следствие следует. Ну, ребята, потому что n пополам плюс n пополам – это n. Да. Если для любых двух вершин из этой выходит не меньше, чем n пополам, и из той выходит не меньше, чем n пополам,
то понятно, что... Да? Вот, сейчас я расскажу доказательства. Оно замечательное тем, что оно очень короткое. На самом деле оно понятное. Ну вот, давайте посмотрим. Я повторю, потом пройдем голосование. Кто поймет, кто не поймет. Пожалуйста, сейчас отложите все это специально. Полное внимание. Полное внимание. Я хочу, чтобы вершины графа были бы расположены так более-менее по кругу, и между любыми двумя соседними было бы ребро в графе. Так? Фактически. Повторите еще раз. Повторю еще раз. Я хочу рассадить все вершины графа по круглому столу, чтобы каждая вершина была бы один раз за этим самым круглым столом. И при этом соседи в графе обязательно были бы соединены ребром. То есть... Согласны? Да. Это и есть цикл. То есть на пятиугольник типа такой? Что пятиугольник? N-угольник. В графе N-вершин. Понятно. Значит, должен получиться N-угольник. Из каждой выходит да. Две? То есть представим себе, что вершины... Это фиксики, значит, в каждой вершине сидит по фиксику. Помните такой мультик есть? Да, конечно. А кто такие фиксики? Большой секрет. Важно, что в каждой вершине есть свою фиксику. И эти фиксики, значит, сидели в вершинах, они помнят, кто у них там соседи по ребрам, и пошли, сели за большой круглый стол. Мы хотим рассадить всех по одному за стол, так? Так. Но мы же заранее не понимаем, как их сажать. Там, из какой-то вершины выходит очень много ребер, из какой-то, может быть, не очень много, непонятно. Так а давайте договоримся, сначала их рассадим, как попало. Хорошо? Но между любыми двумя из них, ну, я не знаю, что вам больше нравится, поставим какую-нибудь, я не знаю, там, красивую вазу. Или поставим охранника. Охранник. Если кто-то, так сказать, да, мрачный в жизни. Вот, не знаю, там. Поставим вазу, а к ней приставим охранника. Поставим защитную пленку. Да, в коронавирусные времена. Значит, да, что? Да, не самоизоляция, между ними натянем что-нибудь, да? Ну, в общем, придумайте, что хотите. Важно, что народ сидит за столом, и между любыми двумя есть такая стеночка. Представили? Да. Замечательно. Все хорошо? Да. Все хорошо. А дальше я вам расскажу, как их пересаживать и постепенно сносить эти стенки. Угу. Так, что в конце они по-прежнему все будут за столом, потому что никого не будут ни выгонять, ни добавлять. Они вот все за столом, и при этом ни одной перегородки не останется. О, ужас, а? Как же они без самоизоляции? Идеально. Так, слышите или нет? Про математику еще. Значит, итак, вначале они расположены в каком угодно порядке, как ты захотелось, так расставили. И между любыми двумя есть такая перегородочка. Постепенно будем эти перегородки убирать, так что если между людьми нет перегородки, то это значит, что в графе между этими вершинами есть ребро. Ну, сначала какая идея? Очень простая. Если у вас есть какие-то две вершины, и они в графе соединены ребром, то такую перегородку просто выкидываем. Правильно? Просто убираем, стираем. Все, это можно. В результате в некоторых местах у вас перегородки исчезли, а в некоторых местах, может быть, и остались. Если везде исчезли, то значит, что у нас уже есть гамильтоновый цикл. Вот предположим, что где-то перегородка осталась. Ну вот, например, я не знаю, это осталось, не осталось, но, например, вот эта точка А, вот эта точка Б, и здесь перегородка. Представили? Читаем условия. Для любых двух несмежных вершин. Если бы А и Б были смежными, то есть соединены ребром в графе, то я бы просто убрал перегородку и все. Значит, А и Б должны быть что? Несмежными. Они в графе не соединены.
Так? Так. Но если они в графе не соединены, то при этом вот отсюда выходит сколько-то ребер, отсюда выходит сколько-то ребер. И сумма этих чисел не меньше, чем n. Так? Так. Ну, надо не хотеть понимать, что если у нас всего n, то кроме а и b сколько здесь точек? n-2. Абсолютно верно. Обратите внимание, из а в б ребро не идет. Так? Да. Из а в б ребро не идет. В некотором смысле этих отрезков много. Так? Ну, представьте себе, что какие-то два придут в одну точку. Если честно, это ничего не даст. А улучшит ситуацию картинка, когда представьте себе, из точки А куда-то пришло ребро, внимательно смотрите, а из точки Б пришло ребро вот сюда. Понимаете или нет? И те две точки соседние? И эти две точки соседние вот здесь. Я не знаю, была здесь перегородка, не была здесь перегородка. Давайте посмотрим, что можно тогда сделать. Да? Смотрите, как можно пойти. Можно пойти вот так вот, потом перепрыгнуть сюда. Заметьте, здесь ребро в графе. Поэтому здесь никакая перегородка не нужна. Потом пройти вот так. И вернуться по ребру сюда. И нам совершенно неинтересно, была здесь перегородка или не была, потому что эти вершины перестают быть соседними. А вот эта перегородка уже точно не нужна. Потому что вот это что у нас? Гамильтонов цикл. Неизвестно. Это еще не цикл. Еще не цикл. Здесь могли быть перегородки. Это ребро правда? Мы уменьшили число перегородок. Мы вот эту выбросили. Так и так мы сделаем с каждой. Да. То есть после того, как мы эту выбросили, мы получили новое расположение, перегородок стало меньше. Поняли? Да. После этого мы берем какую-то другую перегородку, с ней то же самое смотрим и так далее. Для того, чтобы завершить это доказательство, смотрите, что осталось понять. Осталось понять, почему такие две точки... точка X и точка Y такие, что А соединено с X, Б соединено с Y, и при этом вот эти соседние. Почему такие точки вообще обязательно найдутся? А это очень просто. Смотрите, у нас у точки А есть некоторая степень. Сколько-то там ребер тебе выходит, так? Давайте количество ребер, которые выходят из точки А, обозначим числом альфа. А количество ребер, которые выходят из точки B, соответственно, B. Отлично. И давайте сейчас рассуждать. Вот когда есть ребра, выходящие из точки А, я не знаю, там идут, то этих ребер ровно альфа штук. Ну, по смыслу буквы альфа, так? Так. По условию теоремы, альфа плюс бета, что? Не меньше, чем n. Не меньше, чем. Отлично. Вот теперь смотрите. Для ребра, выходящего из точки А, возьмем следующую по часовой стрелке точку. Вот у нас есть какое-нибудь ребро, выходящее из точки А. Это некая точка С. Давайте для нее возьмем точку С4. Понятно, идея? То есть... Из точки А выходим по всем ребрам, и после этого проворачиваемся на один ход по окружности. Поняли смысл? Да. Вот. Вопрос. Сколько точек мы при этом получим? Сколько было ребер из точки А? Альфа. Ну, вообще-то мы получим не обязательно альфа точек. Понимаете, почему? Почему? Потому что есть такая неприятность,
что случайно ребро могло идти вот сюда, и мы провернулись и оказались в точке А. Так что вот на окружности, которая, ну, как бы, которая кроме точек А и Б, будет вовсе не обязательно альфа. Может быть, на одну меньше, так? Может, и не на одну. Почему? А, с да. точки А выходила альфа ребра. Да, да, да. И вот, альфа минус один точно будет? Да. Да. Альфа минус один вот таких вот точек будет. Да. Которые получаются проведением ребра и сдвигом на единичку. Отлично. Пишу альфа минус один. Так, а из точки Б сколько выходит ребра? Из точки Б выходит бета. Но при этом, если вы, вот, если у вас y равно x', если y равно x', то задача решена. Значит, это все будут другие точки. Поняли? Вот у нас есть альфа минус 1 точек вида c'. Или там вот x'. То есть, когда получится, ребро издвинулся на один шаг. Таких альфа минус 1, или альфа, точек, с которыми соединена точка B, у нас бета штук. Да. А теперь очень важная вещь. Альфа плюс бета было больше или равно n. Значит, альфа минус 1 плюс бета будет больше или равно чем что? N-1. Чем n минус 1. Замечательно. А точек, кроме А и Б, было сколько? N-2. Было N-2. N-1 больше, чем N-2. Для них просто места нет.